После вмешательства детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая в начале августа с рабочей поездкой посетила Омск, региональные власти окажут поддержку Людмиле Киселевой, которая несколько месяцев пытается вернуть собственную дочь Мирославу. Сама сирота, воспитанница детского дома, молодая мать, отказалась от ребенка из-за того, что осталась без средств к существованию и жилплощади. Новорожденную поместили в дом малютки, а Людмилу Киселеву под свою опеку взяли общественницы, многодетные мамы, известные в Омске активистки. Они привлекли внимание детского омбудсмена к истории Людмилы. Анна Кузнецова на личном приеме пообещала взять под свой контроль ситуацию. В региональном Минтруда сообщили, что представители Центра помощи семье и детям с социальной гостиницей выступят в суде с предложением разместить Людмилу Киселеву и ее дочь в учреждении. Им будет обеспечено бесплатное проживание, питание, юридическая и психологическая помощь. Здесь молодая мама сможет пройти индивидуальную программу социальной адаптации.